Прекрати стучать. Слушай, у меня уже голова болит. Слушай, может, хватит, а? Я стучу, чтобы тебя меньше было слышно. Да. И что ты здесь отгадываешь? Ты же не готовишь. Повседневная русская еда. Это суп. В голове у тебя суп. А, суп. Привет, Костя, кушать будешь? Не, что делаете в субботу? Японский хрен сногсшибательной остроты. Не знал, что тебе нравится васаби. Так что в субботу, Костя? Верина, родители приезжают. О-о-о-о. Дима и Света. Сергей и Людмила. В субботу мы заняты. Они не так часто приезжают. То за границу мотаются. То Финляндия, то Болгария, то Турция. Вот что они пытаются доказать этим, а?